пришли из садика, зашли в ларек, ну так купили чуть-чуть. Вроде бы опять все нам надо, потому что мы никак не можем съездить в город. Ну вот, может быть, на выходных получится, не знаю, все никак у нас не получается. Мам, видите, здесь. Подожди, у Ванчика прическа. Это просто ужас. Сейчас посмотрю. Чуть-чуть там взяли. Я хочу, знаете, завтра, пока Настя будет в школе, Ваня в садике, сделать оливье. Мам, видите? Ну, потом вытру. Там ничего, там только крошка, Вань. Давай, доставай по-быстренькому. Настя пошла мусор выносить. Мы доехали на машине. Холодина на улице у нас, капец, 1 градус тепла. Это яйца такие красные. Я красные вообще не люблю. Вань, не надо ставать, уронишь. Положи. Положи. Но больше никаких нет, а мне на салат надо. Хотела взять сначала 5 штук, он там начал перекладывать. Я говорю, ту. Я говорю, давай ты возьмай целую. Фиг с ним. Ну, не знаю, завтра сразу буду варить. Не знаю, яйца, наверное, 4. Вдруг опять с кровью какие-нибудь. Ой. Белые, говорю, никогда не попадаются. А колёсик, красные вечно. Колёсик. Это вот на салат. Колёсик, ага. Колёсик. Как ее горошек. Колбаса вареная или вареная, без жира. Это Настя иногда ест, такой даже и не заваривает иногда, просто вот этот грызет эти макароны и все. Это тоже на салат огурец. Они вообще даже огурцами, конечно, не пахнут, а какими-то камышами. Но все равно берем. Ну, Вань, давай побыстрее. Не надо кота, не обижай. Он ничего тебе не делает. Отстань от него, отстань. Он, наоборот, пришел к тебе посидеть с тобой. Это вот Ваня с Настей, вот эти зефирные косички. Там внутри такой, знаете, вареница чуть-чуть. Орехи 33 рубля стоят, эти 28. А ротан вообще не знаю, 24, по-моему. Винограда такой, он сказал, сладкий, будто бы без косточек. Ну, посмотрим. И взяли, знаете, попробовать один гранат. Красивые, но внутри могут быть не ахти. Мам, поэтому взяла после ужина. Поэтому взяла один. По 174 рубля гранаты. А виноград, не знаю, почем. Не помню, 127, что ли. Это томатку себе взяла. Чай пить. Томатка тоже для сок стоит. Это по 68 лепешка. Да даже лепешка уже ее не назовешь. Раньше была лепешка, а теперь какой-то полумесяц. Это собаки батоны. И котам тоже иногда, когда с молоком намешу. Нету больше пакета. И молоко одно, потому что тяжело. Там осталось одно. Давай, да. Закрывайте глаза. Ну давай, Ваня. Закрывай. Мы закрыли, давай. Я не смотрю, туда смотрю. Мам, убавляй. Ну, я не смотрю, не смотрю. Только закрой глаза. Угу. Все? И хлеб буханок. Все, да? Еще пистолет покупала такой, ему внутри такая кислая там жидкость. Ну, в общем, и гулять мы не пошли, потому что Ванька все штаны уделал. Просто от самой задницы и даже в сапоги у него все протекло. Да. Пока я покупала, они пошли на улице там постоять. Ну, в общем, он все лужи там измерил около ларька. И все. И теперь мы дома. Ну, и, конечно, на улице очень холодно. Такой ветер, знаете, поддувает. У меня даже руки замерзли, лицо, и все, в общем, холодно. Так, ну, ладно, пойдем сейчас погрею картошку эту тушеную. Такая красивая вообще получилась. Сейчас покажу. Вот такая картошка тушеная получилась. Да, да. Мясо, все тут. Смотрите, какая красота. Ну что? Нет, не суп, картошка тушеная. Прям мясо вот такое. Все, оно отваливается. Даже без какого-либо усилия. Очень вкусно. Сейчас я ее погрею. Будем кушать. Запах вообще обалденный. Очень вкусно пахнет. Прям, знаете, на весь дом. Даже когда она тушилась, так вкусно пахло. С улицы зайдешь, и аромат стоит. Тушеной картошечки. И еще, знаете, вот она у меня тушилась. И минут за 10 примерно я добавляю... Подожди. Я добавляю кусок сливочного масла.
А сегодня я уже выключила и забыла про него. И вот когда выключила, то добавила, и, ну и все, крышка закрыла. И в духовке, ну не кричи. И в духовке она еще у меня вот стояла, пока духовка не остыла. Ну, в общем, масло вот все там распространилось. Так что будет у нас вкуснятина на ужин. Почистили гранат. Оказался он, знаете, средней паршивости. Не скажу, что вообще Г, но и не очень. Такие прям вот белые. Ну вот на камере, кстати, он красивее выглядит. Красивее. На самом деле он вот тут вот по низу везде такой белобрысый. Ну вот тут даже вот видно. Вот. Тут в начале вот он весь такой белый. Ну такой кисло-сладкий даже, я не знаю. Ну, не очень. Раньше такие были гранат вкусные, ароматные. Такие зерна были крупные, такие же прям рубиновые. А теперь какую-то ерунду нам продают. Я чай пью с помадкой. Одну съела вкусную, люблю. Настя вон там поела. Ванька тут доедает. Мы поужинали. Мам, а скажи, потом книжку привезут. Ну, когда привезут, тогда и покажу. Что ж не привезли? Давай. Сейчас попробуй и так. И так. Ну, вот это да. Целую руку засунул в рот. Ты подаешься. Жуй только как следует, не спеши. Так, не пришла еще больше. Там только у тебя. Где? Сзади. У меня сзади? Угу. Где? Своя какой-то. Нет мне там никого. Ну, ну это дядька. Какой? Хотела вам показать, как вот книжка это выглядит. Вот этого. Нет, так Виммельбух. Вообще сейчас даже вот... Подожди, Ваня. Когда даже зайдешь на Авито, только все вот эти книжки этого издательства продаются. Они еще, знаете, такие бывают вытянутые, вообще тонкие. Вот такие примерно. Ну, вот так вот, если показать, вот такие примерно половину. И они вот такие прям длинные. Бывают просто бумажные. Бывают как панорама. Раскладываешь и там смотришь. Мы вот эту взяли, она была по акции. Вообще она стоила 680, по акции была за 350. Вот мы купили. Такая картонная, плотная, хорошая книжка, интересная. Две вот страницы уже Ваня с Настей разгадал. Мы вот на этой с ним остановились. Я ему говорю, найди одного медведя. Медведь еще и в елочках. А, вот! Ну, найди я медведя. Я нашел уже. Вот, молодец. А найди двух мышек на мухоморе. Тут вот много всяких картинок. Маленьких. Мам. В общем, тут разглядывать надо, мама, я не знаю. Я в тупике. Ты в тупике? Нет, смотри как следует. Нет, я Том Пикей. Не понял. Том Пикей. Тут вообще разглядывать можно все на свете. Вот даже в одном вот кусочке возьмешь, и там столько всего интересного. Правда, одну мышку вот я уже нашла. Да, я тоже эту нашла. И вот. Но через камеру плохо искать, конечно. Он как-то еще дальше как-то книжку делает. И поэтому... Плохо. Нет, Ваня, ты только одну мышку нашел. Надо вторую на мухоморе. Ты одну только нашел. Еще одну ищи. Одну. Вот. А вторая где? Две должно быть. Ищи. Вот, боже. Ну, смотри. А, да, точно. Ваня, это я туплю. Я вот говорю, через камеру смотрю. Я думала, надо два раза. И мне показалось, что это одна мышка сидит. А здесь... Две мышки на мухоморе, Ваня, правильно. 10 елок, давай, я буду пальцы загибать. Это мы еще на кровати тут валяемся, он спал. Потом просто полежали, я по телефону поболтала. Еще надо цветное? Нет, ты положи, а то ничего не видно. Вот такие. Да, вот такие вот голубые, видишь, какие елки надо. Голубые ели. Давай, ты показывай. Я буду... Розовые? Нет, только голубые, наверное. Вообще не знаю. Вот. Давай. Раз, два, три, четыре. И четыре я уже посчитала тут. Фиолетовый не считается, наверное. А может, считается. Это я даже не знаю.
Питаются. Ну, наверное, тогда значит это 5. Еще 5 надо. Ищи еще 5. Ну, в другой стороне поищи, Ваня. Вон там она. Ищи, ищи как следует. Интересная книжка, конечно. Прям на одном от сантиметре квадратном столько много всего нарисовано. Так, сколько там, считай сам, давай, считай, сколько там елок. 1, 2, 3, 4, 5. Все, молодец. Мы тут 5 с тобой нашли, там 5. Будет 10 как раз. 2 летящих дятла. Значит, 2 вот. Раза. А еще, значит, одного вот. Надо найти. Нет, это уже не дятел. Надо именно вот такого найти, как этот. Мам, еще как радуга бывает. Ищи второго давай, дятла. Я пока не вижу. Вот, молодец. Нашел сам. Умница. И что тут еще у нас, Вань? Ты муравейник один. Какой муравейник интересный. Тут и труба несколько. И тачка тут вот стоит, если приглядеться. Труба, дымок идет. Ой. Ну и где он, муравейник этот? Я вижу. Ну что ты? Давай, ищи. Он прям хорошо виден на первом плане. Конечно, мне вот не нравится, что мало искать надо. Можно еще было вот хотя бы 5 штук всего вот нарисовать, что искать. Потому что картинок здесь очень много. Ну, если сами потом Мам, будем придумывать. Сейчас подсчитаю. 1, 2, 3, 4, 5. А ты поворачивай. Давай. А подожди, там еще одна. 4. Нет, 5 было, значит, это 6. 6, 8. Нет, 7. 7, 8. 8, 9, 10. Ну, что ты забыл? 10. 10 там было дальше. 11, 12, 20. 13, 16. Нет, ты стал мухлевать. Че? Тыр. 14. 14. 15. Давай теперь здесь. Так, а это на море. Вот какая красивая. Мам. Тут и корабль, и еще один, и берег. Чего тут только нет. И машины, и какой-то батискафы, и аквалангисты, рыбы всякие разные, камни, птицы, люди. Чего здесь только не нарисовали. Обалдеть. Давай ищи русалку на дельфине. Я вообще читаю. Сколько? Ой, ну потом посчитаем. Ну сколько? 16. 16. 19. 17. 17. 18. 18. Дальше. Где? 19. 20. Молодец. Что-то ты плоховато считать стал, Ваня. Раньше до 30 считал хорошо. Или ты придуриваешься тут сидишь? Ну, давай, Ваня, или что будем разгадывать, или что? Хелма. Угу. Сколько? 21, считай. 21, 28. 2. 2. Дальше. Нет, 21. 22, ты сказал. 22. 22. Ой, чудак. 26. 3. 24. 23. 24. 20. 25. Ты ж по порядку считай, что ты скачешь? Ну? 26.
Ладно, будем сейчас еще погадаем, потом пойдем ужинать. А где мы остались?